Всем привет, ребята, с вами я, Кент АПК. И сегодня и у вас, и у меня, и у Анетки, и вообще у всех людей особенный день. Потому что, ребята, сегодня мне пришла вот эта вот коробка. И, конечно же, вам всем, наверное, интересно, что это такое. Но, ребята, подождите, там же имя и фамилия мои, и номер мой настоящий. Серьез? Да. Короче, ребят, смотрите, вот так вот, видите? YouTube. Мне пришел подарочек от Ютуба, и я первый ютубер по игре Black Strike, который снимает на видео распаковку кнопки. Анетка, ты рада? Я очень рада, я потом заберу эту кнопку себе. Губы раскатала. А за сколько ее можно продать? Все, ладно, ребята, какой продать? Анетка, слышишь? Анетке бы лишь бы заработать денег. А ох уж это Анетка, ребята, эту кнопку... Ну, если это кнопка, конечно. Я получил вместе с вами, и прямо сейчас я буду ее раскрывать. Фух, ну что, поехали. Ну, честно говоря, ребят, кажись, кто-то ее раскрывал до меня. Вот смотрите. Кажись, она уже была раскрыта до меня. Ладно, все, поехали. Потому что еще, прикиньте, еще вообще никто из ютуберов ПБС не снимал обзор кнопки. Потому что ТикТак она тоже пришла, но он ее не открывал. Он так, просто, ребят, сфотографировал. Да, он просто сделал фоточку в инсту. Потому что как-то разрывать не хочу. А, все, я понял. Блин, не понял. Все, тише. Отойди подальше. Я открываю. Нет, Анетка. Анетка, это очень опасный момент. Ну? Прям слезы наворачиваются. Ладно, ребята, надо быть сильным. Мы откроем эту чертову кнопку. И мы узнаем, что внутри коробки для кнопки. Как вы думаете, ребят, что же тут внутри? Поставьте видео на паузу и напишите ваше предположение. Ладно, ребят, я извиняюсь, это толстый троллинг. Это же... Я сейчас сознание потеряю. Ребят, вы посмотрите, какая красивая коробка! Ничего себе! Кнопочка! Да ты что, слушай, вот это классно! Выпало что-то. Вот. Так смотри, это новая кнопка. Раньше у ютубера были другие кнопки. Я в шоке. Ты смотрел же обзоры ютуберов? Там были другие кнопки, не такая. Ну слушай. Да. Ой, меня видно в зеркале. А метку видно в зеркало, ребят. Да. Подожди, дай я покажу это подписчикам. Ребят, короче, смотрите. Блин, какая она классная. Вот тут написано Кент АПК, видите? В связи с тем, что у меня 100 тысяч подписчиков, сам YouTube с Америки мне прислал эту кнопку. И кажись, ребята, это кнопка нового образца, потому что раньше таких кнопок я не видел. Слушай, это вообще прикольно. Я, наверное, сюда на стенку повешу. На меня не надо. Да все, давай, Анетка, держи кнопку. Я тебя не показываю. Не показывай вообще. Ладно, все, давай ты держи камеру обратно. Кстати, они заплатили за доставку $20. Да, и самое приятное, ребята, что за доставочку уже заплатили. То есть это... Ты снимаешь? Что-то мигает синенько. Вот ты точно снимаешь? Да. А, да, снимаешь. Фух, я уже переживал, думал, придется заново кнопочку запаковывать и снимать. В общем, ребята, я всех сильно благодарю. Большое вам всем спасибо. Вы самые лучшие. Прям вы мои братишки. Прям спасибо всем, ребят, от души, душевно в душу. А также спасибо Ютубу за эту хорошую и классную и крутую награду. Ну что же, ребята, с вами был я, ваш Кент АПК. Пожалуйста, поставьте лайк, и тогда будет гораздо больше видео из моей жизни. Ребят, надеюсь на вашу поддержку и надеюсь на то, что данное видео было вам интересно. Ну что же, всем удачи и всем, ребята, пока. Все, пока.